Образцовый ансамбль «Горница» детской школы искусств номер 2 стал лауреатом первой степени в номинации «Народный вокал» на всероссийском конкурсе «Сияние талантов» в Арзамасе. Готовился коллектив к выступлению несколько месяцев, подбирали репертуар, приводили в порядок костюмы, разучивали песни. Подготовка к любому конкурсу, она проходит очень серьезно, потому что мы представляем прежде всего наш город, затем нашу школу, а затем только как бы класс преподавателя. То есть вот, по крайней мере, вот у меня, мои ученики знают, понимают, что мы представляем наш город. Конечно же, наше учреждение, оно дополнительного образования. Мы обязаны отличаться своим профессиональным подходом, своим выступлением, своим отношением. На конкурсе выступили еще два саровских ансамбля: «Задоринка» детской школы искусств номер 2 и «Зарянка» школы номер 20. На суд жюри коллектива представили по две композиции. По итогам конкурса «Задоринка» стала лауреатом первой степени, а «Зарянка» третьей. Каждый раз мы едем с новыми произведениями, с новой программой, и компетентное жюри нас, в общем-то, оценивает по достоинству. В этот раз нас оценили высоко. 6 солистов детской школы искусств номер 2 привезли в Саров дипломы всероссийского конкурса. Екатерина Чичаева стала лауреатом третьей степени. Занимается девочка в ансамбле «Задоринка» 5 лет. На конкурсе «Сияние талантов» она исполнила две песни «Мать России» и «Я люблю свою землю». Этот конкурс очень был волнительный, не то что все остальные, ну, на мой взгляд. Потому что я везла две новых песни. В душе какое-то было колебание, что где-то забудусь, что-то не дотяну до тональности или собьюсь с слов и также из тональности уйду. Но когда я выхожу на сцену, у меня все это пропадает, и я начинаю петь от души. Став лауреатами на всероссийском конкурсе, ребята готовятся покорять новые вершины. В планах у них отправиться на творческие фестивали в Москву и в Санкт-Петербург. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.